Когда мне было 9 лет, к нам в школу зашла тренер Бойко Нина Борисовна. Позвала в секцию гандбола. Я пошла, попробовала, мне очень понравилось. И до сих пор я играю с удовольствием. Гандбол привлекательный тем, что, во-первых, играют симпатичные, красивые девочки. И это очень динамичный вид спорта. Зрителю всегда будет на что посмотреть. Я родилась в городе Тольятти, и поэтому мой выбор выпал именно на клуб «Лада». Здесь очень хороший коллектив, мне нравилось всегда здесь, и даже уходить не хочется. Я стремлюсь выиграть золото чемпионата России, чтобы потом заиграть в Лиге чемпионов. Моя мечта, конечно же, добиться олимпийского золота в составе национальной команды.